перед выступлением я всегда волнуюсь. Когда я выхожу, у меня прямо сердце в пятки уходит, правда. А потом, когда сажусь за рояль, уже когда я беру первую ноту, волнение исчезает, потому что я начинаю играть себе в удовольствие и в удовольствие другим. Меня зовут Анаиса Тельмашова, мне 13 лет, я живу в Грузии, в городе Ахалкалаки. Я играла с разными симфоническими оркестрами, я играла с грузинским, с армянским филармоническим оркестром. Ну, я всегда чувствую, что ко мне не относятся как к ребенку, со мной очень много работают. Вялая правая рука, я че играю, правая. Я попала в фонд «Колесо Болгфадзе» и «Мишель Сони». Для меня это было немножко сложно, потому что я очень много занималась, когда мне давали уже много заданий. Я занималась 7-8 часов. Я ходила до этого на карате и занималась серьезно карате. Мама и папа всегда так относятся к моим пальцам, что «Ой, случайно не повредите, ой, случайно там не подержите». Я как бы оставила карате. Будем девочки яйца прыгать? Ну, у нас в семье все занимались музыкой, и папа, и мама. Мы с папой всегда садимся там, и с мамой тоже обсуждаем, что я сделала так, что не так там. Я очень редко бываю, честно говоря, сейчас в Ахалкалаке, потому что я всегда или в Тбилиси, или в Ереване, бывает в Париже очень часто. Ну, я рада, что я начала тут, и я рада, что я вот это мой город Ахалкалаки. Что тебе нравится в твоем городе? Нет, сейчас, что мне нравится? Мне не нравится в нашем городе то, что, вот, например, тут недоразвито все, понимаете, как-то. Вот, например, в музыкальной школе я бы хотела, чтобы были еще и учителя не только там фортепиано, там кларнета. Я бы хотела, чтобы были еще и скрипки, и виолончели, и разные духовые. Так, это для музыкальной школы. А также немножко я бы хотела, чтобы был развитый город сам. Я считаю, что, наверное, я сильная, потому что любые моменты, любые переживания я вытерпливаю, конечно же. И особенно в этой профессии очень много зависти, во-первых, и очень много подножек, но, ну, очень... И я знала, что это будет, и есть, поэтому, ну, не надо из-за этого переживать. Самая большая моя мечта, чтобы вот мои родители, мама, папа и мои сестрички приехали в Париж и жили там со мной.